Добрый день. Вы решили купить хостинг. Для этого нужно зайти на сайт americanahost.ru. Желательно использовать браузер Chrome на ноутбуке или десктопном компьютере, потому что на телефонах, на планшетах бывает цена выше. Можете попробовать, возможно, все пройдет отлично, но самый надежный способ – это настольный компьютер и браузер Chrome. Например, в браузере и от Яндекса ничего работать не будет, и все будет впустую. Поэтому есть проверенные методы. Советую им воспользоваться. Итак, нам нужна ссылка iPage. Жмем. Сверху видим переход и здесь то, что нам нужно. Зашли на сайт. На сегодня цена получается $2 в месяц. Отлично, поехали дальше. Нас просят выбрать название, точнее имя домена. Любое свободное. Как узнать, что оно свободно? Вам скажут. По Москве и info или, например, org. Проверяем, доступно ли оно. Если здесь никакого сообщения нет, следовательно, оно доступно. Отлично, оно доступно. Итак, пишем имя латиницей. Маша Ваше имя желательно должно совпадать с тем, что у вас на кредитной карте, иначе могут быть проблемы. Номер вашей кредитной карты, конец действия карты, с обратной стороны три цифры, три секретные цифры. Это не пин-код, но все же. Итак, адрес электронной почты Маша@ru. Телефон. Телефон не обязательно писать свой. Звонить по нему вам никто не будет. Главное, чтобы электронная почта была работающая. Туда придет письмо, нужно будет подтвердить покупку домена. Это важно. Есть. Адрес. Московская стрит. Или улица не столь существенно. Неважно, адрес проживания, физический адрес прописки. Не суть. Никто его проверять не будет. Город. Москва. Штат Нан. Почтовый индекс. 67029. Россия. Так и оставляем. По умолчанию здесь выбрано 2 года, нам нужен 1 год. Цена 23,88. Если цена отличается, хотя бы дайте мне знать, посмотрим, в чем может быть дело. Иногда, если находитесь за каким-то компьютером, возможно, какие-то настройки, из-за них отображается цена выше. Идеальная цена, а для iPage в 2015 году это 23,88. Нам не нужны галочки. Их здесь 3 штуки. Domain Privacy снимаем. Advanced Site Protection снимаем. Protection снимаем. Получается total 23,88. Это почти 1700 рублей. Собственно, все. Если здесь все заполнено правильно, то после нажатия Checkout будет куплен домен. Checkout нажимаем и ждем. Говорят, что такого почтового индекса в России не бывает. Но предположим. Предположим.
There was an error processing your transaction. Это означает, что возникла проблема с карточкой. То есть они хотят сказать, что карты с таким номером, на которой написано такое имя, ее нет. Скорее всего, это правда. Обращаться в саппорт бесполезно, звонить в банк тоже. Просто нужна работающая карта. Кроме карты, можно купить PayPal. К PayPal можно привязать карту Kiwi, на Kiwi положить деньги, на платежную систему Kiwi, и к ней привязать PayPal. И, соответственно, для покупки даже не обязательно нужна кредитная карта. Или выпустить виртуальную карту от Яндекс.Денег. То есть есть разные способы, как купить хостинг, не имея физической карты. Карты от Сбербанка, Маэстро, не годятся. Нужна карта Visa или MasterCard. Собственно, все. Это заняло у нас